Идея сделать стелу с фамилиями погибших земляков родилась у жителей Томашева несколько лет назад, когда был отремонтирован основной памятник. Бюджет деревни не позволял даже в дальней перспективе дополнить мемориал, но в 2022 году мечта осуществилась. Наталья Чебыкина выступила на конкурсе «Старост» с проектом стелы и победила. Призовые 100 тысяч рублей превратились в монумент с десятками фамилий не вернувшихся с войны местных жителей. Это была хорошая идея воплотить наши планы в жизнь. Проект нам помог, и сейчас родственники этих людей могут приехать поклониться, потому что у многих нет могил. Многие похоронены в братских могилах. А тут цветочки принести, память почтить. Это очень много значит. Действительно, эта стела очень важна для жителей Томашева. Деревня чтят подвиг земляков. В местном доме культуры можно найти много информации о героях войны и подвиге советского народа. Мы тут активно участвовали в этом, чтобы сделать эти как бы стелы. И когда памятник поставили новый, как бы было пусто. А когда вот стелы с обоих сторон поставили, как бы стало красивее, во-первых, смотреться. И можно подойти и вспомнить тех, кто погиб в Великой Отечественной войне. Благодаря активности жителей и старосты в деревне появился обновленный монумент, а у подножия памятника даже в самый жаркий день стоят свежие цветы. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».